Снова ловля на фидер от Сергея. Последнее время я все чаще ловлю английской донкой, так еще называют фидер. И полюбил короткие удилки, вот такие вот, длиной 3,30. Для фидера 3,30 это большая длина, но очень универсально, очень универсально. Я из лодки ловлю, из берега, как правило, спортивный дальний заброс мне не требуется. Свою рыбу я ловлю на коротке. Вот таких вот прекрасных карасей. Вот. На червячка. Весенний карась любит червячка. Вот. Полежит пока здесь. Все в этой снасти просто, все как я вам показывал в первой серии ловли на фидер. Замечательный концепт фидер от Матома, бюджетный, и все бы ничего, но есть у него один секрет. Сейчас я вам, так сказать, продемонстрирую секретные способности фидера Матома. Очаровательный фидер длиной 3,30, смена приманки. Вы понимаете, что на водоеме я никогда не бываю без джиговых приманок, даже если я ловлю зимой на мормышку. В кармане у меня всегда лежит джиговая приманка. Собственно, небольшая процедура по замене кормушки на джиг, и фидер Матома превращается в элегантный спиннинг. Помните, как в фильме с участием Миронова, артиста? Смотрите, 3,30. В общем-то, достаточно популярная длина в береговом спиннинге на оке. У нас москва-река. Но здесь тоже популярен береговой джиг. Посмотрим. Офигенский заброс грузиков 35 граммов. Проводка ощутима не только в руку, в ногу, спину и во все остальные части тела. Отлично видна по кончику, чуть не сказал фидера, в данном случае спиннинга, фидера спиннинга. Я думаю, что качество отстрела приманки одно, вам видно даже невооруженным глазом. Так что фидер от Матома — это не только фидер, но и вполне себе уловистый джиг. Ловите на фидер, ловите на джиг. Всем пока, ребята. Матома рулит.